Потому что, ну опять возьмите 90-е годы, появилась куча иномарок, мы такие, и что творилось на дорогах, вы вспомните. Ну прошло время, нормально же мы ездим, то есть по-прежнему есть какие-то дегенераты, ну в целом основная масса нормально соблюдает правила дорожного движения. Да? И все то же самое будет, и мусор мы будем сортировать, просто ну вот не мешайте вы нам, мы сами себя регулируем. И я вот начала с этой статьи, которую я пишу сейчас, да, может быть, это смешной пример, на примере владельцев собак. Вот опять 20-30 лет назад куча собак, значит, у нас, мы увидели, что есть разные породы, есть престижные, там эти собаки бегают, прыгают, набрасываются, там, не знаю, дерутся, там какой-нибудь питбуль съел там какого-нибудь бабушкиного пуделя, и никому за это ничего не было. Ну, посмотрите, вот общество развивается, и если сейчас вы идете по улице, то в основном собаки на поводках, если хозяин знает, что она может броситься. А если она без поводка, то она, скорее всего, ну, в 99% случаев не бросится на вас. То есть мы же как-то вот сумели сами себя организовать. Даже в этом смысле наша культура вырастает. Вот это как раз та самая самоорганизующаяся система. И когда власть начинает вводить, ну, грубо говоря, будоражить эту систему извне. Вот помните, был закон, что сейчас мы создали список из 69 пород собак, которых надо водить там на поводке, в наморднике, и это очень возмутило общественность, потому что по статистике больше всех кусают таксы маленькие, а там не волкодавы большие. Единственная собака, которая меня кусала в жизни, была такса. Да, я знаю, о чем идет речь. Кстати, меня тоже. Очень раздражает, да, когда вы идете, а вам такса в ногу вцепилась. Ее еще не видно, она кусает так, что... Ну, в общем, раздражение большое вызывает. Ну, я к чему, да? Вот мы стали нести ответственность за своих питомцев. И если я вывожу на улицу собаку, да, то я несу ответственность, чтобы она у меня никого не съела, ни чужую собаку, ни человека, ну, никого. То есть список из 69 собак нужно сократить до... А, так вы сократили. Там же начался такой, так сказать, вот такое массовое недовольство, что его сейчас сократили до 12 пород и их метисов. А мне кажется, я что-то даже слышал о том, что в изначальном списке, который готовили, ну, там, или люди в Госдуме, не знаю, кто за это отвечает, что там очень много было пород, которые просто не существуют, да, и кинологи возмущались этим. Да, и это было. Ну, то есть там что-то опять непродуманно сделали, но неважно. Вот организованная система ответила на это вот внешнее возмущение ответным, так сказать, таким серьезным отпором. После чего внешняя вот эта вот система в виде власти, да, сократила нам этот список, подредактировала его и так далее. Еще раз, население в лице, в данном случае владельцев собак, научилось нести ответственность за поведение своей собаки. И вот такие массовые вещи, когда там чья-то собака убежала, кого-то покусала, они, ну, во-первых, они сейчас происходят намного реже, и очень широко освещается опять великая вещь — интернет. Это тут же становится достоянием общественности, и мы сами себя умеем организовывать.